Соболезнования принимает семья Буш, одна из самых влиятельных в Соединенных Штатах. Как мы уже рассказали, из-за смерти 41-го президента Америки отменил пресс-конференцию в Аргентине Дональд Трамп. Джорджу Бушу-старшему было 94 года. Во время Второй мировой войны он служил военным летчиком, затем играл важную роль в республиканской партии, занимал должности директора ЦРУ и вице-президента. На посту главы государства пробыл всего лишь один срок, но за это время произошло сразу несколько важнейших событий в мире. Рухнула Берлинская стена, распался Советский Союз. Кроме того, Америка начала первую войну в Ираке. Его именем еще при жизни был назван авианосец. Со своей женой Барбарой бывший глава государства прожил 73 года. У них было 5 детей, в том числе и полный тезка отца Джордж Буш-младший. В 2001 году он тоже стал президентом Америки. Владимир Путин выразил Бушу-младшему соболезнования, отметив, что его отец много сделал для укрепления российско-американского сотрудничества.